Ввиду того, что старое здание детского приюта «Умитьери», расположенного в поселке Бина Хазарского района столицы, не отвечало современным требованиям, фондом Гейдара Алиева было построено новое здание. Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания детского приюта. Руководитель учреждения Нигар Мансимова проинформировала Мехрибан Алиеву, ознакомившуюся с созданными здесь условиями о деятельности детского приюта «Умитьери», учрежденного в 1997 году. Здесь пребывают дети до 18 лет. За время проживания в приюте им оказывается юридическая, моральная, социальная и медицинская помощь, поддержка их адаптации в общество и получение ими образования. С целью формирования вкуса воспитанников приюта, развития их талантов и способностей, здесь созданы различные художественные сферы. Мастерские по ковроткачеству, живописи, рукоделию. Президенту фонда Гейдара Алиева подарили картину, нарисованную детьми на войлоке. В двухэтажном здании 53 места. Новое здание позволило создать секции для мальчиков, девочек и малышей. Все комнаты оснащены современным оборудованием. В детском приюте имеются спальные, классные комнаты, кабинеты информатики для полезного досуга детей, зона отдыха и развлечения, столовая. Первый вице-президент встретила с жителями детского приюта, побеседовала с ними. Десятилетний Омер Мусаев сказал, что ему очень понравились условия, созданные в новом здании. Отметил, что здесь имеются все возможности для получения образования, интересного проведения досуга. От имени всех воспитанников приюта он поблагодарил Мехрибан Алиеву за проделанную работу. Поинтересовавшись мечтами детей, президент фонда Гейдара Алиева сказала, что вновь придет к ним в гости. Мехрибан Алиева отметила, что основная задача – обеспеченных всеми необходимыми условиями детей – хорошо учиться. Младшие воспитанники приюта рассказали первому вице-президенту о своих увлечениях музыкой, рисованием, исполнили песню. Фонд Гейдара Алиева осуществляет различные проекты, связанные с детьми. Определивший приоритетным направлением своей деятельности благотворительность, всестороннюю заботу о подрастающем поколении, различные гуманитарные акции, фонд Гейдара Алиева осуществляет важные проекты по дальнейшему улучшению условий жизни воспитанников столичных детских учреждений. Одной из работ, реализованных в этом направлении, является строительство нового здания детского приюта «Умитьери». Двор здания обустроен и озеленен. Первый вице-президент пожелал успехов в деятельности учреждения. В новом здании, построенном фондом Гейдара Алиева, будет продолжена работа, вселяющая надежду в маленькие сердца воспитанников детского приюта «Умитьери», дарящая им радость.